А вот в Москве экстрасенс обратилась в полицию из-за порчи. Продолжаем серию интересных новостей. Сегодня участница одного из мистических шоу Иоланта Воронова рассказала, что ей угрожал маг из битвы экстрасенсов Максим Никитин. Он переборщил очень сильно. Это началось, когда я участвовала в битве экстрасенсов. Видимо, вот пошла какая-то странная зависть у человека. Он писал дочке, писал смс-ки дочке. У меня все есть распечатки. Я каждый раз все это раз, и нотариус мне ставит печать копия. То есть я не просто так пошла, написала заявление в прокуратуру. И мальчику 10-летнему ты находишься в группе риска. Там, ты не будешь танцевать, из тебя ничего не получится. Я тебя убью, я тебе там что-то еще. Ну, слушайте, это ненормально. Новым поводом для конфликта стало то, что Воронова, по мнению экстрасенса, общается с человеком, который говорит, что магии не существует. Тогда Никитин пригрозил, что если не получит извинений, сын Иоланты, который занимается балетом, скоро не сможет танцевать. Кроме того, Никитин угрожал и дочери Вороновой. Полицейские уже провели свою проверку, с экстрасенсом даже побеседовали и могут завести на него теперь уголовное дело из-за угроз и оскорблений.